Слава Богу! Давайте прочтем место из Священного Писания и будем молиться, будем приготовить свои сердца к слышанию Слова Божьего. Читаем послание апостола Павла к Римлянам, 15 глава, несколько стихов с начала. Римлянам 15 с начала. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня». Первый стих мне запал в сердце, говорит, «Мы сильные должны сносить немощи бессильных». Вы сильные, братья? Я думаю, аминь, аминь. Пускай Господь вас благословит, чтобы Бог совершал свою работу, и если попадается такая категория христиан, которые имеют немощи, мы должны рассматривать в Слове Божьем, как Слово Божие говорит, «И Иисус не себе угождал». Тут написано, только что мы прочитали, «И Иисус не себе угождал». И это работа Духа Святого, когда Он действует в наших сердцах. Вставшие мы поблагодарим Бога, что мы среди живых имеем возможность быть в Доме Божьем. Слава Богу! Доброе утро, Церковь! Сегодня Господь нам подарил это утро, чтобы мы собрались здесь, на этом месте, поклоняться Ему. И мы не просто собрались друг на друга посмотреть, а мы пришли, чтобы взыскать Его лицо. Аминь, Церковь! Давайте мы в пении сейчас прославим Господа. Возвеличим Его святое имя. Он превознесенный, Он Царь, Он Бог всех богов, Он Царь над царями. Аллилуйя нашему Господу Иисусу Христу. Мы будем петь Богу нашему. Ты Бог на небесах, Ты Искупитель наш. Ты славою объят, Ты всемогущий Бог, Ты благ и справедлив. Любовью Ты силен. Давайте возвеличим Бога.
земля полна хвалы. Ты будь прославлен среди нас. Приди, мы ждем тебя, наш Бог Иисус. Лишь
Каждый день лишь глаза открою рано утром. Он в небесной синеве, пробужденной на заре, сиянием чудным. Всюду ты, бесконечный Бог Творец, бесконечный Бог Отец, в своем слове неизменный. Ты обитающий в сердцах, на земле, как в небесах, будь благословен. Всюду ты, Бог благой, слава тебе во веки слава. Всюду ты, Бог благой, слава тебе во веки слава. На пути моем, ведущим в небо,
сердце духом ты живешь, песни те, что ты даешь, дороже хлеба. Хотел бы начать с вопроса. This morning I would like to start with a question. Если бы, например, я спросил вас, сможете ли вы составить список такой небольшой? I would like to ask you if you can make a list, a very small list. 5-10 пунктов, может быть. Five, ten questions. И ввести туда вещи, без которых вы не можете жить. Может быть, вещи, может быть, люди. Ну, что-то такое очень важное для вашей жизни. Что является самым важным для вашей жизни? And you write in this questionnaire or this list the things or questions, things or people that you cannot live without. Я вот думал на протяжении моей жизни, вот что было, вот когда подготавливался к этому, что вот такое важное для моей жизни, вы знаете? And I was thinking about it. What is the most important in my life? Ответы могут быть самые разные. And answer could be different. Кто-то может постарше сказать без жены, потому что умру от голода. Somebody who's older, he can say, I cannot live without my wife because I'll die without from the hunger. Помладше могут сказать без мамы, без родителей. Somebody going to say that children going to say we cannot survive without the mom or without the parents. Молодежь может сказать, жизнь не представляю без Фейсбука. Не представляю без что? Без Фейсбука. Some young people going to say I cannot imagine the life without the Facebook. Где-то несколько месяцев назад у меня был телефон, упал телефон. Couple months ago my phone, I dropped the phone. И отключился Wi-Fi, как бы соединение с интернетом. And I lost the Wi-Fi. The internet was disconnected. Но проблема была в том, что у меня дома плохое, как бы принимает плохо телефон, гора закрывает, и на работе в яме находится место. And the problem is at home I have a mountain that kind of very bad reception, and at work as well. Я уже думаю, Господи, быстрее бы ты пришел, сколько можно мучиться на этой земле. And I was kind of thinking, Lord, I wish you come sooner. How much we can suffer on this earth? И потом мне пришла мысль: а почему это моя жизнь так сильно зависит от интернета? Что такое? Как же так? And then I started thinking, how come my life depends so much on the phone, on the internet? И вот эти вещи, которые мы в принципе привыкли к ним. And these things is luxury. I would say we got used to them. Люди, которых мы очень ценим в нашей жизни. And those people that we cherish them, that we value them a lot. Но если еще раз мы посмотрим на самые-самые важные пункты нашей жизни. But if we look one more time at the most important, the whatever is kind of a, whatever is the most important to me. И мы проанализируем весь этот список, который у нас вот из 50, может быть, пунктов, самое-самое важное в нашей жизни. And we're going to analyze all of these 50 points that are the most important to us.
то на самом, жизнь, на самом деле вот этот список даст нам очень важную информацию о наших приоритетах. And this list will give us a very good, it's going to be like a barometer showing us what's the most important in my life, in your life. Этот список покажет нам о наших желаниях, наших стремлениях нашего сердца. And this list will show me my heart desire and my where my thoughts are, where my heart is. И вы знаете, ну, например, мы утром встаем. And all of you wake up in the morning. И мы утром глаза открываем, и у нас уже где-то, может быть, на листочке бумаги, может быть, где-то в голове у нас такой на целый день какой-то план. And we wake up in the morning and we have already planned what we're going to do during this day. Нам нужно сделать и то, и то, и то, и то, и все вот это вот как бы мы приоритеты свои поставили, да? And we already have a plan, like what we're going to do. We're going to do this, 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 and next. And we already have something set up, what we're planning to do during this day. И вы знаете, вот это как раз план, он говорит о том, что мы должны сделать, что мы ценим. And this plan tells us what we're sending or what we cherish the most and what's our value, where our value is. И наш день очень может быть занят быть. And our day going to be very busy, perhaps. Но вы знаете, если вот в этом плане нету ничего связанного с Богом. But if this list or this plan for the day, we don't have anything to do with God. То это тоже показывает наши приоритеты. This also shows our priority. Вы знаете, если мы, например, спланировали какое-то большое событие в нашей жизни. If we plan something very important in our life. И мы составили этот список из 20 пунктов. And we already make a plan what we're going to do, like 20 paragraphs, what we're planning to do. И мы взяли этот наш список, наше представление нашего дня. And we took our list, what we're planning to do. И мы приносим его к Богу и говорим, Господь, вот это мой список, Господь, вот это мой план, благослови его. And we bring him to the Lord and we say, Lord, you see this list that I'm supposed to do, bless it. Вы знаете, это хорошо, что мы так делаем. If you do it, it's very good. Но это полностью не удовлетворяет нашего Господа. But it's not good in the eyes of our Lord. А почему мы можем сказать, почему? Что-то в чем-то такая проблема? And somebody might ask, why? What's a big deal? Ведь я ж, в принципе, занят. Что тут плохого приходить к Господу и говорить, открывать свои желания, стремления пред Богом? And somebody going to say, what's so bad? It's like I still go to Lord and I still bring him my needs. Вы знаете, проблема в том, что я сам составил этот план, и я сам разработал, и я хочу, вот вижу мое направление жизненное, это направление дня, и я стараюсь идти по нему, и просто прошу Бога, чтобы он меня хранил, благословлял. Because I made this plan, and I kind of representing to the God, and I'm kind of aiming for the goal that I'm, you know, trying to reach, and I'm asking blessing from the God. Вы знаете, это немножко как бы перевернутое понимание, не так, как смотрит Господь на нашу жизнь. Немножко this не так. This is a little bit upside down how Lord looking at our life. Потому что Писание говорит нам и открывает нам, что Господь хочет от нас, какое Он ожидает от нас жизнь. Because Scripture, Holy Scripture show us what the Lord expects from us, what He wants from us. Вот послушайте, один из самых таких занятых людей в мире, скажем так, один из самых занятых. Listen to this person that he is a busiest probably person in the world. Он был царем. He was a king. Встает утром, дел не в проворот. Управлять государством. He wake up in the morning. Надо he было. Has a lot of work because he's a king. И это был царь Давид. He was, this king was David. И представляете, вот мы встаем, у нас план, а какой у него был там список? You can imagine that we, like a normal, regular people, we have some plans, what we're planning to do, but the king has probably a bigger plan, bigger plan what you do during the day. Но самое важное, что он считал самым важным, это стремление к Господу. But the most important, what he thought, what he planned, this is going to the Lord. Он понимал, что самый большой приоритет, это искать лица его, чтобы Господь благословил. And he thought he was planning that he would go to the Lord and Lord would bless that day.
Друзья, мы церковь живого Бога. Friends, we are a church of living God. И мы хотим научиться слышать голос Бога. And we would like to hear or learn how to hear the voice of Lord. Мы хотим, чтобы Господь говорил к нашему сердцу. We would like, all of us would like to that Lord would speak to our heart. Но вы знаете, этого невозможно достичь без желания и стремления познавать Господа. But this impossible to reach if we will not have that desire to find the Lord. Вот это желание должно быть на первом месте, познавать Господа. And this desire to find the Lord, to seek the Lord, should be on the first place. И если вот это желание есть у нас на сердце, мы ищем Господа, мы стремимся к Нему. And if this desire, we do have this desire in our heart, we are approaching the Lord, we're going to the Lord. И когда мы Его ищем и приближаемся к Нему, Господь открывает, говорит нашему сердцу, открывает нам свою волю. And when we seeking Him, He is revealing us His will. И когда Он открывает нам свою волю, мы уже, согласно Его воле, мы ставим, строим свои планы. And if He reveals His will, we're already building our plans according to His will. И это реальная жизнь христианина. Вот этого хочет Господь, чтобы мы имели связь, искали Господа, Он открывался нам, и мы тогда жили, согласно, исполняя Его волю. And this is the right way to live the life, that we will seek Him, and He will bless us, and He will be with us. Когда Давид передавал свое царство своему сыну, он уже старым был человеком. When David was giving his kingdom, transferring his kingdom to his son, he was already old. Одна из самых важных заповедей, которую он сказал своему сыну Соломону. The most important what he says to his son Solomon. Он сказал: если будешь искать его, то найдешь его. If you're going to seek him, you will find him. Если ты будешь искать, то ты его найдешь. If you're going to seek him, if you're going to look for him, you will find him. С другой стороны, если ты его не нашел, значит ты не искал, или как-то неправильно подошел, или что-то неправильно, значит ты его не искал. If you didn't find him, it means that you came to him with your own motives, or you did not seek him with all your heart. В Новом Завете Иаков говорит в 4 главе 8 стихом, он говорит: «Приблизьтесь ко мне». James, Господь говорит. James in the fourth chapter saying. Come to me, or come closer to me. That's God saying. Приблизьтесь ко мне, я приближусь к вам. Come to me, and I will come to you. Господь, вот какое же твое желание для нашей жизни? Lord, what is your desire to our life? Вы знаете, я хочу привести пример немножко другой. I would like to give you another example. Если у вас есть Библия, откройте 1 Царств 13 главу. If you have your Bible, open 1 Samuel 13. 13 глава. 1 Царств. Вы знаете, там история о царе Сауле. Очень сложная ситуация возникла. This story about Saul, and he was in a very, very interesting condition or situation. Русская Библия говорит в первом стихе, что примерно прошло 2 года после его начала его царствования. Это русская Библия говорит. And in Russian Bible it says that after his coronation he was it's passed like 2 years passed after his coronation. И он собрал таких как бы людей, которые могли сражаться, и вот там с ними как бы старался вести войну. He got together some warriors, some soldiers, and they were trying to fight some war. И вот ситуация возникла, сложность пришла, такая как бы жизненная сложность. Пришли враги, и огромное количество там на поле они там сделали лагерь себе. And happens normal stuff. The enemy came and they put their tents around and they kind of surrounded that area. Проблема была то, что у них там люди-то были, но ни у кого не было ни оружия, ничего, даже ни мечей, ничего железного не было. And the problem with Saul was his army, his soldiers, his people did not even have a sword. They did not have a steel. Everything was kind of made from wood, I guess. В 13 главе написано, что у них на 600 человек 2 меча было. Которым воевать можно было. In previous chapter it says that
They have like a 600 people. They have one sword for 600 people. И вот народ как бы собрался, и вот они думают, что же делать? And people got together and they kind of thinking, they kind of making decision what we're going to do next. А остальные люди прячутся по пещерам, за камнями, везде спрятались. And боятся. The rest of the people, they fled away. They kind of start hiding in the mountains, in the bushes, in the tree, in the forest. И вот царь, который ответственный за всех людей, он как бы пытается решить проблему. And king is kind of he's responsible for all his people. He's trying to come up with solution. What he's going to do? Вот я думаю, вот что бы я сделал бы на его месте. And I was kind of thinking, what would I do if I was in his shoes? Ну, первое, наверное, так вот по-человечески, если взять, ну, наверное, совет бы какой-то собрал. Совет. I would personally probably get some smartest people and try to kind of, you know, make some conversations, kind of what, who suggests what. Создать план какой-то. Yeah, to create some kind of plan. План был такой. And the plan was following. Ну, мы начнем сражаться, но сначала там Самуил сказал, через 7 дней, надо подождать 7 дней, жертвоприношение это самое, и потом мы начнем защищаться. But prophet Samuel, he told Saul, don't start the war, wait for 7 days, and then we'll make the decision what to do next. И вот такой был как бы план, они ждали 7 дней. And the plan was to wait 7 days, and they're waiting for 7 days. А люди смотрят, там какая большая толпа врагов, и разбегаются. But soldiers seeing how big the army surrounding them, they start fleeing. И люди говорят Саулу, ну давай скорее, давай, люди разбегаются, давай, что-то, ну, решать надо ж. And his probably generals, whoever was surrounding him, saying, hey, Saul, you have to do something, because people running away, we have to do something, you know, make some decision, make some moves. Саул начал переживать, так знаете, дедушка долго двигается, что-то его нету. And Saul started worrying because the Samuel prophet Samuel is Terry, he's not coming, and you know, everything's kind of falling apart, so he started worrying about it. В принципе, у него был уже готовый план. Вот сейчас вот мы принесем жертвоприношение и принесем жертвоприношение Господу и начнем войну. And he has a plan that we're going to make an offering to Lord and we're going to start work. В принципе, какая разница, раньше, позже. Главное, что принести жертву Господу и двигаться своим планом, так и нет. And what's the difference does it make? Would you make an offering a little bit earlier, a little bit later? But, you know, let's do the offering, let's finish the offering and let's start fighting. Но это с человеческой стороны. И как часто мы со своей стороны тоже разрабатываем планы какие-то, разрабатываем... знаете, свой список делаем. And from the human point of view, we're doing the same. We're kind of making some kind of plans. We're trying to follow it. Если бы Библии не было, мы бы не знали план Господа. If there was no Bible, we would not know the will of God or His plans. Например, в жизни Саула оказывается, после того, как он совершил жертвоприношение и пришел как раз на окончание Самуил. And if we're reading this story, we know that as soon as the Saul finished his offering, Samuel came. Интересно, что у Бога был совсем другой план. And what's interesting that God has completely different plan. Вы представляете, у Бога был свой план прославиться и одержать победу каким-то совсем другим образом. Мы не знаем как. And God has a completely different plan because he probably wants to because so little people conquer so a lot of people, his plan was something miracle, some kind of miracle to conquer those people. Потому что в 13 глава, 13 стих в конце написано, ибо ныне, вот когда Самуил говорит, 13 глава, 13 стих, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. In 13:13 it says, because God would have established your kingdom over Israel for all time. То есть у Бога был какой-то удивительный план, которого мы только чуть-чуть мы знаем, одно предложение. Какой-то план Бог задумал. И говорит, вы подождите, спокойно, спокойно, подождите. So by reading this verse, we can tell that God has some kind of miracle, some kind of wonderful plan for that situation. Но человек...
который ответственный за всю ситуацию, за страну, он говорит: слушайте, у нас, ребята, у нас есть план, мы вот разработали, вот только что, давайте мы быстрее, быстрее жертвоприношение и со своим планом пойдем. But Saul says, guys, listen, guys, we have a plan, let's do the offering and let's go for it. И вот это, с человеческой стороны, может быть, это был хороший план. And perhaps from the human point of view, that was excellent strategy. Но со стороны Бога это было не то, что он ожидал. But from the God's point of view, that was not what he was expecting. И Бога это очень сильно расстроило. And God was not pleased with Saul. Братья и сестры, Господь не пришел на эту землю и пролил свою кровь. Он не прошел для того, чтобы наши планы помогать нам исполнять. Jesus Christ did not come to this earth and shed his blood to help us fulfill our plans. Очень часто мы в нашей жизни живем таким образом, что мы все разрабатываем, мы делаем, мы двигаемся, и мы двигаемся нашими желаниями, нашими стремлениями. And often we create those plans, we make those plans, and we are approaching them because it's our desire, that's our plans. И мы приходим к Господу и говорим: Господь, вот это направление моей жизни, вот это желание, пожалуйста, благослови. And we come in front of the Lord and saying, Lord, this is what I want. Bless it. То есть Бог, он становится инструментом для достижения наших планов и целей. In other words, you can say that God is like he's a object or person or somebody who I'm using to get what I want. И мы используем фактически Бога в данном случае. And we kind of using God for our own goals. Братья и сестры, вы понимаете, что это немножко как бы не то, чего ожидает Господь. Господь ожидает немножко другого. Do you understand that this is not what actually God expects from us? Господь ожидает, чтобы мы искали Его всем своим сердцем. God wants us to seek Him or look for Him with all our heart. Он ожидает, чтобы наше стремление все было направлено на Него. And he wants that our desire, our eyes was upon him, we were looking to him. Господь ожидает открывать нам свою волю и хочет вести нас Духом Своим. He wants to reveal his will to us, and he wants to lead us with his Holy Spirit. И Господь хочет, чтобы мы его волю исполняли. And Lord wants us to that we would fulfill his will. Чтобы он был нашим Господом. That he would be our Lord. Который открыл нам свою волю, оказал нам свое желание. Мы спрашиваем: Господь, какое твое желание для нашей жизни? That he would reveal his will to us, and we would ask, Lord, what's your desire to my life? What do you want? Господь, что ты хочешь, чтобы я сделал со своей жизнью? What do you want me to do with my life? Как ты хочешь, чтобы я послужил тебе? How do you want me to serve you? Как ты хочешь, чтобы я послужил другим людям? How would you like me to serve to another people? И Господь будет открывать, и мы будем следовать этому. And then Lord will reveal this to us, and we're going to follow Him. И мы будем иметь большое благословение. And then we're going to have a big blessing. Вы знаете, в жизни Саула Бог послал победу. You know that in his life God did send him some victories. Но вот где-то внутри сердца Господь сказал: ты знаешь, ты вот не того ищешь. But God told Saul that you did not seek the right way. You did not do right way. Он, может быть, правильно поступил в той ситуации, может быть, знаете, разные ситуации бывают, но вот это самое большое. Господь говорит много раз на протяжении Священного Писания в разных местах, чтобы мы искали Господа. And when you look throughout all the Bible, it's pointing out to us again and again that we should look or seek His face first. Чтобы мы всем своим сердцем полюбили Господа. That with all our heart, with all our desire, we would love Him. Всем своим сердцем стремились к Нему. With all our heart, we would go to Him. We would reach out to Him. Не просто, знаете, ну как бы делали формально какие-то вещи, которые Господь нам оставил в Писании. Исполнять что-то, как-то вот делать. Не просто так, но от всего сердца. Вот это важно. It's not only a kind of a formally, you know, like, oh, well, you know, like you come over there to kind of so check out that, you know, everything you did, like,
you're supposed to do, but with all your heart, with all your desire, you would seek him, you would look him, look for him. Давайте мы откроем Исаии 26 глава, 9 стих. We're going to open Isaiah 26 глава, 9 стих. 26:9. Тут вот Исаия говорит о этом стремлении как раз. Пример стремления для нас. «Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». My soul yearns for you in the night. In the morning my soul longs for you. Вот это было центром его жизни, Исаии. This was his desire. This was what he wants. Вечером он стремился к Господу. Желание его было направлено на Господа. He was seeking the Lord in the evening. И внутренности утром тоже. Ранним утром, духом моим, я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. He was searching for the Lord in the morning and in the evening. То есть фактически мы можем сказать, что все желание его было направлено на вот это стремление к Господу. Вот это было центр его жизни. So we can say that all his desire of his heart, his goal was to seek and search the Lord. Я думаю, если бы мы спросили Исаия, вот что важное в твоей жизни, он бы сказал 100%, вот без Бога, ну нельзя, никак нельзя. If we would ask Isaiah what's most important in your life, he would say, without Lord, I cannot survive, I cannot live without him. Братья и сестры, Господь пришел на эту землю в виде человека. And brothers and sisters, God came in the form of man. He came in the flesh. И он пролил свою святую кровь для того, чтобы нам был открыт доступ в небо. And he shed his blood so we would have access to heaven. И мы имеем большое благословение в Иисусе Христе. And we have a big blessing in Jesus Christ. Через его кровь мы фактически нам благословения неба открылись. Through his blood all the blessings of heaven is open to us. Вопрос только стоит в том, пожелаешь ли ты или нет? Будешь ли ты стремиться или нет? Буду я стремиться или нет? The question is, would you like to have this as your goal? Would you, is that be your goal? Давайте мы откроем еще один пример. Исаия 55:6. We're also going to open Isaiah 55:6. 55 глава, 6 стих. 55:6. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Ищите Господа, когда можно найти Его. Seek the Lord while you can find Him. Call on Him. Now, while he is near. Друзья дорогие, Господь близко к нам сейчас на этом месте. Brothers and sisters, Lord is close to every single one of us at this in this morning. Давайте сейчас склонимся пред ним и скажем: Господь, мы хотим тебя больше познать. Let's bow before him and ask him that we, Lord, wanna find you and we need to know you more. Мы хотим быть водимы тобой, Господь. Говори к нам. To be led by you. Аминь, помолимся. Будем петь общий пением. Ты первый и последний, ты начало и конец. Тебе всю славу,
всю хвалу Тебе поем. Ты великий наш Господь, Тебе сердце отдаем. Восстаем Тебе всю славу, всю хвалу Тебе поем. Ты великий наш Господь, Тебе сердце отдаем. Ты призвал нас ко спасению, Ты избавил от греха, свою силу воскресенья даром нашим дал сердца. Даешь покой и радость, смысл дать зовущих дней, где царит и мир, и благость, красоте любви Твоей. Восстаем Тебе всю славу, всю хвалу Тебе поем. Ты великий наш Господь, Тебе сердце отдаем. Восстаем Тебе всю славу, всю хвалу Тебе поем. Ты великий наш Господь, Тебе сердце отдаем. Восстаем Тебе всю славу, всю хвалу Тебе поем. Ты великий наш Господь, Тебе сердце отдаем. Восстаем Тебе всю славу, всю хвалу Тебе поем. Ты великий наш Господь, Тебе сердце отдаем. Ты великий наш Господь, Тебе сердце отдаем. Слава Иисусу! Присаживайтесь. Сейчас будет служение хора. Разных стран, с севера на юг.
земля вокруг, дышащие все воспевает песнь. Ты один благой, и ты вечно есть. Будь прославлен, о наш Иисус, аллилуйя, льется из наших уст. Слава и хвала Тебе, родной, в небесах живущий Бог святой. Радостно будем воспевать, одного Тебя лишь прославлять. Аллилуйя, аллилуйя, слава и хвала, слава и хвала. Дорогие братья и сестры, мы приветствуем всех наших гостей. У нас в гостях брат Василий Скорик, наш миссионер, который мы его знаем. И Василий Васильевич, сын Василия Васильевича Яховского с Москвы тоже здесь присутствует. Кто еще из гостей есть у нас? Мы вас всех приветствуем. Пускай Господь вас благословит. И у нас есть несколько номеров. Первый номер – это будет нам Буц, Наташа исполняет, потом Ира имеет стих, Виктор имеет стих и пение, и Вика Мищенкова последняя будет. Кай Господь благословит. Любви, что я вам завидую.
еще забыли все. Нет другой Голгофы, для меня не будет. Я за счастье ваше уплатил сполна. Сердцем сокрушаюсь, когда их Божьим детям незаметно подходит сатана. Для меня нет больше, для меня нет меньше. Я любовь свою вам одинаково даю. Почему ж к вам, дети, подступила гордо? Я больших и малых в руке своей храню. О, моя невеста, готовь себя к венчанью. Ведь я уже в пути, совсем недолго ждать. О, моя невеста, не покидай ты дома, ведь ты не знаешь, святую в объятья заключу, в облаке сокрою, как в своих ладонях, чистой, непорочной, к Отцу тебя возьму. Родились во мне вы, и я одел однажды праведности платье, то мне вас и суди. Я ваш Бог, я вижу всех вас и днем, и ночью. Кто и как умеет подарок мой хранить, о, моя невеста, готовь себя к венчанию. Совсем недолго ждать. О, моя невеста, не покидай ты дома, коль ты не знаешь часа, когда меня встречать. Я приду во славе, такой мне нужна ты. Я заключу, в облаке сокрою, как в своих ладонях, чистой, непорочной, к Отцу тебя возьму. Такі, як є, у власній неповторності живі клітинки Божого буття. Ми, Господу, дорожчі від коштовностей. Він дав за нас ціну свого життя. Такі, як є, і Він у нас нуждається. Всесильний Бог і потребує нас. Його краса в людині проявляється, мов світло переломлений алмаз. Єдиний промінь, а якими барвами у нім одному сяють грані всі. Отак і ми по-своєму є гарними, настільки ж, як і різними є всі. Господь із нас не ліпить копій серії Пилипів, Єлисеїв чи Марій. І якщо ми для нього є оселею, він в нас відображає образ свій. Тому якими б не були розумними,
які б знання не мали ми в житті, але щоб всім нам бути однодумними, потрібно мати розум у Христі. Щоб разом нам переживати радості і щоб смуток розділяли всі, потрібно, щоб серця повідкривалися і всі ми мали почуття в Христі. Щоб різними нам всім одною жити долею, як одне тіло, як одна сім'я, є необхідно всім водитись волею Господньою і умертвити власне я. І це не протиріччя, бо як лишиться оте старе, що відрізняє нас, то неминуче і ціле розділиться, і може тріснуть на твердий алмаз. І як на те реагувати Господу? Довго терпіти, вірити, жаліть? Коли із когось інші роблять копію, його ж думками їх починають жить. І власним серцем увійти стараються у іншої людини почуття. А сам Господь, Він споку залишається, хоч Він творцем є кожного життя. Собою бути і на Нього схожими – це може поєднати лиш в Христі, бо Він один, який творить гармонію, а ми – відтінки барв в Його красі. Руки, ноги.
которыми люди посмели пригласить здесь царя всех царей. Нету больше любви этой грешной, что Иисус показал нам сполна. Она стала повсюду известной. Она ищет, мой друг, и тебя. Слава Богу. Слава Иисусу, братья и сестры. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Воскресный день, удивительное время. Мы собираемся вместе поклоняться Богу, петь. И так приятно видеть ваши радостные лица. Вы пришли в Дом Божий. Сегодня так много слышали мы важного, полезного, прямо вот хочется все записывать и записывать, и хорошо, что у вас все это записывается, наверное. Но самое главное, когда, знаете, мы настроены, мы нацелены, чтобы нам, уходя из этого богослужения, взять что-то с собой вот на следующую неделю и практиковать это в нашей жизни. Потому что то, что сегодня брат Сергей говорил, это очень важная мысль, я просто себе сидел так, прокручивал в своей жизни тоже, потому что в наших делах, в нашем беге, в наших скоростях мы забываем самое главное. И это очень печально, когда Бог остается в стороне. Я думаю, что люди, у кого дети уже старше, чем 16 лет, наверное, меня поймут тоже, потому что мои дети примерно такого возраста и старше, и младше есть тоже. И когда ты видишь, что вот в какой-то момент как бы родители становятся уже, ну окей, мы вас слушаем, но в принципе мы знаем и так, что надо делать. И проходит какое-то время, когда они разворачиваются и говорят: папа, прости, на самом деле ты был прав. Ты просто стоишь и думаешь, а вот как мы по отношению к нашему Богу? Он Бог наш, Отец наш, да? И Он нас призывает к чему-то доброму, и Он через Слово Свое говорит, через проповеди нас увещевает. Он дает нам какое-то откровение личное. И в какой-то суете мы как бы забываем, что есть Бог на небе, наш Небесный Отец, который любит нас и ценит нас. И только когда что-то ломается и что-то не получается, мы поворачиваемся и говорим: Господи, а что получилось? И Он говорит: я знал, что ты вернешься, потому что так мир устроен. Поэтому написано: мудрый видит опасность и укрывается, а глупый идет и наказывается. Мы сегодня здесь, чтобы быть мудрыми людьми, которые будут слышать Слово Божие, принимать это в свою жизнь и использовать, чтобы получать Божие благословение. Слава нашему Богу! Хочу передать большой привет от моей семьи, от церкви от нашей, а также от церквей на Урале, которые с вашей помощью мы также открыли, служим, трудимся на Кубе. 11 лет назад я первый раз попал туда, и с тех пор вот снова и снова возвращаюсь. Немножко буду вспоминать эти моменты. Но хочу сразу сказать, что пастор Василий, ваш пастор, благословенный человек. Благословенный человек. Он так заботится о церкви. И вот мы заговорили с ним о приезде месяц, наверное, больше даже назад. После этого раза три он мне звонил, напоминал, чтобы я не забыл. Вчера два раза позвонил, чтобы я не забыл вовремя приехать. Сегодня два раза позвонил, сказал: как ты приехал? Еще раз скинул текст-месседжем адрес. Я просто поражаюсь. Первый раз такое, ну такую заботу, чтобы все получилось. А знаете, с другой стороны, я был в такой ситуации, когда человек звонит и говорит: слушай, я забыл совсем, что я должен у вас проповедовать. И мы все такие стоим, ну нормально получилось, ждали гостя. Поэтому все очень просто благословенно и очень хорошо. Я очень рад за вас. Еще один момент, очень такой важный для меня, я хочу его сегодня подчеркнуть коротко. 10 лет назад однажды я был в вашей церкви, я взял в ту поездку с собой двух своих сыновей. Сегодня у нас шестеро детей, старшему 21, а младшей нашей дочери 2 годика. И вот эти два старших сына, которому 20 и 21 сейчас, они были со мной тогда, 10 лет назад. Тогда им было 10 и 11 лет. И перед поездкой я им сказал: ребята, вы должны подготовить короткое какое-то слово и поделиться своим откровением. Старший сказал: пап, я не проповедник.
Он говорит, откуда ты знаешь? Не знаю, я стихотворение расскажу. Окей. А второй, которому было 10 лет, он сказал, а я подготовлюсь. Он говорит, я хочу поделиться вот той мыслью, вот той историей о притче о блудном сыне. И он исписал 3 листа, принес мне, я как сейчас помню, я проверял, читал это все. Потом мы корректировали что-то, он меня спрашивал, все. И потом, когда мы приехали к вам, я очень был рад, что брат Василий, пастор ваш, отреагировал правильно. Я попросил, можно мой сын коротко скажет вот свои мысли? Он говорит, да, конечно, конечно. Немножко по-другому все было. Тут он из-за кафедры просто был, не выходил, поэтому ему дали этот пюпитр, он здесь вот стоял как раз, а я вот здесь сидел. И когда он начал говорить, я представляю ему 10 лет, незнакомые люди, большая церковь, и первый раз в жизни, и у него голос дрожит, а я сижу, думаю, если он сейчас сорвется и заревет, то я с ним буду реветь здесь. А, вот знаете еще что, вот я думаю, вот Бог так смотрит на нас с вами, когда мы что-то пытаемся делать, у нас не получается, нам кажется, он там своими вопросами решает вопросы в Африке, там голод, где-то война в Сирии там началась и так далее. Но Библия говорит, что он идет вместе с нами в нашей жизни, в самых мелких деталях он вникает в нашу жизнь. Аминь. Вот скажите, пожалуйста, кто из вас когда-нибудь считал или задумывался, сколько волос на голове? Нет? Вот у вас длинные волосы, сестра. Вам вообще легко посчитать их, наверное. Но вы не считали. У кого меньше волос, еще быстрее посчитать. Но никто не считал, никто не задумывался, правда? Скажите, а вот от того, что вы не знаете, сколько у вас волос на голове, у вас жизнь хуже стала? Нет. Вообще, мы даже не задумываемся об этом. Просто живем себе, а Бог знает. Вот он вникает в нашу жизнь, что он говорит, я должен знать, сколько волос у вас на голове. Вот все знаю про вас и все хочу знать. Так вот, когда я сидел там и слушал его, я думал, зачем уже я сказал ему, чтобы он проповедовал? Столько нервов, тут сам сижу, вот уже это. Но он сделал все правильно, закончил. Прошло 10 лет. Он сейчас учится в христианском университете на пастора и по бизнес-маркетингу. И сейчас он работает в одной большой организации, это движение, называется «Пульс», американское большое движение, может быть, вы слышали, они организовывали вот эту национальную молитву в Вашингтоне, 500 тысяч людей собрали, на Украине в 11 городах провели, в самых больших городах провели евангелизации, большие крусейды были, самое меньшее количество молодежи, на которой было, это 5 тысяч, самое большое 15. Больше 100 тысяч молодежи было на этих. Он работает сейчас личным ассистентом этого президента. И, естественно, вот была когда молитва, там было больше 10 тысяч людей в мае, национальный день молитвы в Миннесоте. Он как раз говорил там слово также. Продолжает работать, сейчас начал организовывать свои молодежные вечера поклонений, молитвы в Миннеаполисе. Американцы, мексиканцы, китайцы, русские приходят все вместе. Это просто потрясающе. Но 10 лет назад все началось здесь. И когда одна радиостанция американская брала у него интервью и спросили, Никита, расскажи, с чего у тебя все началось, проповедническая твоя работа. Он сказал, однажды папа меня взял в Денвер. Я был в одной русской церкви большой, мне было 10 лет, и папа мне сказал, что ты должен проповедовать. Мне было трудно, но я сделал это. Меня поддерживала церковь, и я почувствовал, что я смогу это делать. Я почувствовал этот призыв. С тех пор я проповедую. Слава Богу. Аллилуйя. Это ваша инвестиция. Слава нашему Господу. Я очень рад, что вы молитесь и помните о нас. Буквально быстро скажу, у меня здесь есть 4 карточки, это 4 наши проекта самых больших, миссия «Ответ в Иисусе», чем мы сейчас занимаемся. Первое это, все эти 4 карточки вы можете там взять, бюллетени есть, там можете почитать, посмотреть, оставить свой адрес, будем высылать вам лично бюллетени наши. Первое это называется «Один год для Иисуса». Это проект Российской Церкви, уже 6 лет мы работаем вместе в этом проекте. 1500 миссионеров по всей России, с востока на запад, с севера на юг, идут от дома к дому, от человека к человеку, проповедуя Евангелие, молясь за людей, молясь молитвой покаяния, собирают информацию этих людей, отправляют в главный офис. Из этого офиса дают информацию в ближайшие церкви, и те церкви начинают работать. Таким образом, за последние 6 лет открыто 2150 церквей новых. Уже людей, которые помолились молитвой покаяния за эти 6 лет, 8 миллионов 550 тысяч. Аллилуйя.
Это здорово, правда? Наша цель – достичь демографические России. На сегодняшний день 100 тысяч населенных пунктов в России, где нет ни одной церкви. Это десятки миллионов людей. Иногда меня спрашивают, в России сейчас опять закон поменяли, вот Россия, они там, вот у них президент и так далее. Я не вникаю в политические вопросы. Меня интересует вопрос, эти люди, которые умрут, где они будут? Второй вопрос. Когда вы заходите в комнату, и там темно, вы не говорите, здесь темно, сюда не будем больше заходить. Просто берете и приносите туда свет. Вот что мы делаем, когда мы приходим в темные места и приносим туда свет. Мы открываем новую церковь. Поэтому, если кто-то захочет поддерживать вот этих миссионеров, которые каждый день, это просто их full-time, они берут один год из своей жизни. В основном, конечно, люди молодого возраста, либо уже старшего, у кого уже дети выросли, они больше свободны как бы от семьи, не несут такой ответственности уже. Они берут один год. Может быть, там молодые люди поженятся, замуж выйдут, и уже у них не будет такой возможности. Но в этот момент, один год в жизни, они полностью отдают для евангелизации, для Иисуса. Второе – это насаждение церквей. В этом году мы еще две новые церкви открыли. Одна в России, одна на Кубе. Это очень интересная работа, когда ты приезжаешь в город и понимаешь, вот здесь не было церкви. Вот сейчас мы на Урале открыли церковь, 27 тысяч населения, ни одной церкви. 15 деревень вокруг, ни одной церкви. И это совсем недалеко от Екатеринбурга. Огромные территории, где просто безбожье, атеизм, снова, кстати, возрождается, алкоголизм и наркомания. И когда приходит Евангелие, все меняется. Поэтому это то, чем мы занимаемся. Третье – это мы покупаем велосипеды для пасторов на Кубе. Если вы, наверняка вы знаете уже, что на Кубе зарплата в среднем 12-15 долларов в месяц. Мы едем в самые такие трудные районы, там, где зарплата 5-6 долларов в месяц. Ну, я перевожу на доллары, да? Поэтому купить велосипед пастору, который стоит 200 долларов, практически невозможно. Это как для нас пойти сейчас и купить у дилера новую машину. Вот просто так сразу не возьмешь. Поэтому они практически, не имея этого транспорта, они просто ходят пешком. Большие расстояния обслуживают много разных поселков, деревень, но везде пешком. Мы решили, что мы будем помогать им покупать. Уже купили больше 40 велосипедов. Получаем информацию, благодарности, видеосообщения от пасторов. Кстати, можно я сейчас покажу один клип? Это от пастора как раз за велосипед, да. Сейчас братья включат. Единственное, что это будет только на английском. У нас нет пока еще на русском, поэтому те, кто не сильно понимает, может быть, вам кто-то потом переведет из ваших родственников. Давайте, братья. I have been serving in the city of Las Tunas for the past 5 years. I had been going to preach to different cities and villages by foot for a very long time. Sometimes I could not get to certain places because the road was very rough. I needed help getting from one place to another. So I began to pray and search for a new form of transportation. As I was looking, the prices for cars were very, very high, and the bicycles were also very expensive. What I did not know is that the Lord put it on the heart of Answering Jesus Ministries to help pastors and missionaries in Cuba. One evening, as I came home, some of the missionaries from Answering Jesus in Cuba came to my house and told me they had a surprise for me. I thought they were playing a joke. I couldn't believe it. I was in tears. God had heard my prayer, and He purchased me a bicycle. My whole family was in tears. Because of this bicycle, I am now able to get to churches and preach the gospel in villages which are very far and hard to get to by foot. I am very thankful to our Lord Jesus Christ and Answering Jesus Ministries for this bicycle. Вот это короткое просто такое вот свидетельство одного из пасторов. Таких много свидетельств.
И мы будем делать, и, возможно, как-то это будем и вам пересылать, это на Ютубе сейчас стоит также. Сейчас, как вы знаете, здесь по Карибскому этому бассейну, через Гаити, Кубу, на Флориду прошел этот большой ураган, который нанес огромный ущерб. И, конечно же, вот те территории, где мы трудимся как раз, и те местности, где мы были, это Баракоа, город, сильно пострадал. И я уже сейчас получил письма, фотографии. Там большая церковь достаточно, которая уже где-то около 20 лет, там находится где-то 200-250 человек. Крышу полностью сорвало. Десятки семей из церкви полностью потеряли дома. То есть там, сейчас я хотел бы, чтобы братья поставили фотографии, просто посмотрите, что сейчас там происходит. Дорога, по которой можно было туда добраться, завалена огромными булыжниками. Асфальт как будто бы, знаете, как ножом срезали его, его нету просто. Вот это пастор церкви, вот эта церковь, где мы были. Вот в этой церкви сейчас нет крыши вообще. Вот то, что там произошло сейчас. Смотрите, бетонные дома даже пострадали. Это на Кубе, да. Да. Вот смотрите, вот такие дома, вот что с них будет, вот с досок? Конечно, они под ноль, все там уничтожено. Вот такими булыжниками дорога завалена. Туда добраться сейчас трудно. Я получил сегодня новость просто, что одну дорогу уже расчистили, по крайней мере, сейчас можно завозить продукты, нет продуктов. И мы оставили деньги там для покупки молитвенного дома, и пастор пишет, если вы не против, мы возьмем, пока займем оттуда деньги, потому что нет продуктов, еды нет, магазины разрушенные. И мы хотим хотя бы нашим верующим туда, церквям, мы там еще одну церковь просто открываем сейчас. Поэтому буквально в ближайшее время я буду тоже ехать туда, на Кубу. И если у вас есть такое расположение, желание поддерживать служение на Кубе, может быть, кто-то не скажет, я $200, я не могу, у меня на велосипед таких этих денег. Но я могу на колесо $20, например. Это было бы здорово тоже. Вы знаете, мы еще поддержим служение детский госпиталь на Кубе. Просто на этой карточке вы можете оставить свой адрес. Здесь немножко фотографий, информации, коротко, о чем это. Два детских госпиталя. Это вообще уникальная история, потому что с 1959 года ни один иностранец не имел права попасть в госпиталь, тем более в детский. И мы были первыми, кому разрешили попасть, посмотреть, как все происходит. Мы принесли подарки, мы молились по палатам, ходили за этих детей. И Бог стал исцелять людей. Бог стал исцелять людей. Мы были в марте, когда приехали в город Баяма, и там никто нас еще не знал в то время, и администрация города захотела встретиться со мной, поговорить. Никак не могли долго понять, почему я хочу попасть в детский госпиталь. Мы 2 часа с ними говорили. И в конце концов я сказал, вы знаете, у меня 6 детей. Один из моих детей имеет ДЦП, церебральный паралич. Для меня дети – это больное место. Это тем более, когда у детей какая-то проблема есть. Вот поэтому мы хотим принести благословение вашим детям. Мы хотим помолиться за них, подарки привезти. Они сказали, все понятно, пожалуйста, мы вам даем разрешение, мы пришли в больницу, но главный врач никак не хотел опускать. Коммунистка, и нам это не надо, я в это не верю, зачем это нам все нужно и так далее. Ее обязали. Мы пришли в палату, большая палата, где-то, может, 20-25 детей, мамы здесь сидят, тем более, причем эти госпитали – это тяжелые заболевания, это раковые заболевания, это хронические заболевания дыхательных путей, дети не могут дышать сами, только через компьютер за них вот это все делает и так далее. То есть там отчаяние такое, в глазах смотришь, у мамы просто полная безысходность. И мы стали молиться, просто проходить за этих детей, подарки им привезли, их матерям, кусок мыла имеет большое значение. Зубная щетка $3 стоит, если просто обойти в долларовом магазине. Зубная паста $5, а зарплата $10 или 12. Понимаете, то есть это много значит для них. Конфеты, это для детей это вообще, они не видят этих конфет, все дорого. Поэтому, когда мы уже прошли какое-то время, этот доктор меня отзывает и говорит, Василий, у меня есть к вам просьба, мы сейчас зайдем в одну палату, там лежит мальчик, ему 4 года. Он уже несколько раз был на грани смерти, он может умереть в любое время. Но самое страшное, то, что мы не можем диагноз установить, мы не знаем, как его лечить. Я вам говорю это сейчас по секрету, я не имею права никому говорить. Можете зайти сейчас в эту палату и все вместе вот соберите вашу молитвенную силу, так она выразилась, и помолитесь за этого ребенка. Мы зашли, она вывела всех
медсестер, которые там были. Мы утешали ее, их мама, мама верующая, с Библией сидит, вот, плачет. Мы начали говорить с этим мальчиком, 4 годика, начали молиться за него. После молитвы мы ушли домой, через день мы уехали в Америку. Буквально прошло 4 или 5 дней, я получаю письмо. Когда открываешь письма такого рода, всегда думаешь, стало лучше или хуже. И мы верим Богу, но, к сожалению, вы знаете тоже, не всегда получается так, как мы просим. Мы молимся, мы просим, мы верим, но как-то вот не так бывает все. Но в этом письме пастор пишет, после вашего уезда этому мальчику стало лучше. На сегодняшний день он абсолютно здоров и выписан из больницы. Слава Богу. Доктор сказал, когда Василий приедет снова со своими ребятами, обязательно приедут в наш госпиталь. И в июле мы снова были там, в этом госпитале. Встреча была вообще другая. Она буквально просто ждала. Она говорит, мне сказали, что вы здесь, мы ждем вас. Пожалуйста, давайте снова другие отделения. Идите, пожалуйста, делайте это. Поэтому слава нашему Богу. Бог дает нам возможность, будем это делать. На Кубе 11 детских госпиталей. Мы поставили целью во всех, чтобы детские госпитали были наши миссионеры и служили там. Поэтому я знаю, у вас есть сильная молитвенная команда, и перед собраниями, на неделе вы молитесь. Вспоминайте о нас, очень нуждаемся, и просто благодарим вас. Пусть Бог вас благословит. Я хотел бы поделиться словом. Я знаю, что время вообще уже очень мало осталось, буквально пару мыслей, но перед тем, как мы откроем Слово Божие, давайте коротко сосредоточимся и помолимся. Быстро. Господь, мы благодарим Тебя за все, что Ты посылаешь в нашу жизнь. Благодарим Тебя, что Ты печешься о нас, Господь. И сегодня Ты собрал нас на этом месте, чтобы сказать Свое Слово. И я прошу Тебя, благослови эту церковь. Святой Дух, коснись сегодня каждого и дай нам пережить Твое, Господь, водительство в нашей жизни. И пусть имя Твое будет прославлено во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Название моей проповеди будет называться «Важное решение» или «Решение строить дом Богу». Кто хочет строить дом Богу? Все хотят, да? Мы строим семье дома, мы всегда что-то строим, с тех пор, как из лего строили домики, так и продолжаем строить из кубиков. Раньше строили, сейчас по-настоящему, да? Но Библия учит нас, что мы еще можем Богу строить дом. И для Бога мы будем строить дом из самых лучших материалов, правда? Мы не будем обижать Бога. Это очень важно, потому что мы любим Господа, мы хотим, чтобы Ему был построен дом. Вот поэтому многие люди думают, что если они построят дом Богу, это значит, нужно построить золотым куполом. Огромное здание, самое дорогое. И вот это Богу понравится. Но мы будем говорить сегодня о другом. Но прежде чем мы начнем говорить, я хочу сказать, что есть периоды в жизни у каждого человека, когда мы переживаем либо трагедию, либо какая-то драма в жизни произошла, когда отчаяние, когда ты просто не знаешь, что делать дальше, когда ситуация выходит из-под контроля, когда родители посвящают всю свою жизнь детям, они жертвуют все свои силы, время, финансы, все свои интересы ради детей, дети вырастают, становятся непослушными. Дети вырастают и делают какие-то плохие вещи. И родители в растерянности. Они говорят, мы не готовы к такой ситуации. И много всего такого происходит в нашей жизни, когда просто неожиданно что-то сваливается. Когда человек молится, и он как бы говорит Богу, но он говорит уже одними и теми же словами, потому что не знает, что говорить дальше. Иисус, когда молился в Гефсиманском саду, написано, он в третий раз пришел и опять теми же словами молится, потому что такое мощное давление бывает. Иногда на самом деле не знаешь, о чем молиться и как молиться. Римлянам 8 главе написано, что нужно молиться духом в это время, да? Иногда люди молятся, сами не знают, что они уже говорят, потому что просят чего-то, сами не знают чего. Один мальчик молился алфавитом. Вот мама его спрашивает, почему ты молишься алфавитом? Он встает на молитву, говорит, А, Б, В, Г, Д, Ж, З, И, К, Л, М, и так далее полностью. Он говорит, почему ты молишься алфавитом, что это значит? Он говорит, я не знаю, о чем молиться, просто пусть Бог сам эти буквы расставит там. Вот иногда у нас такое бывает состояние. Но несмотря на это, Бог знает, в чем мы нуждаемся.
И он хочет благословить своих людей, своих детей. Смотрите, жизнь во Христе основана на вере и жертвенности. Христианин – это тот, кто верит и жертвует. Почему? Потому что основатель нашей веры, Иисус Христос, Он пришел на землю, чтобы пожертвовать, отдать свою жизнь за людей. Естественно, Он ожидает, что Его дети, Его последователи, они будут действовать соответственно. То есть они будут действовать так же, как когда-то делал Он. Он сделал все для того, чтобы была построена церковь на земле, основана церковь. Это произошло. Теперь Бог ожидает от нас, как мы будем продолжать это строительство Дома Божьего. Первоапостольская церковь была построена 2000 лет назад. Но мы, живя в последнее время перед пришествием Иисуса Христа, продолжаем это строительство. Мы как бы в эстафете апостолов, которые заложили основание на основании Иисуса Христа. И поэтому, смотрите, Библия нам говорит, что два человека строили дома. Один строил на песке, другой на камне. Причем там не написано, что они строили это на продажу как-нибудь. Они строили для того, чтобы там жить. Однако после строительства пришло испытание. И когда мы что-то делаем в нашей жизни, в конечном итоге приходит тест. Если вы учитесь в колледже или университете, придет день теста. Ты можешь сколько угодно прогуливать уроки, не учить их, не выполнять задания, но придет день теста. Если мы строим дом, придет день, когда наступит зима. И вот зимой все будет проверено, как был утеплитель уложен, какое отопление было сделано и все остальное. Тест всегда будет, так и в нашей духовной жизни. Вот то, что сегодня с нами происходит, мы просто приходим на служение от воскресенья до воскресенья и так дальше, годы проходят, и кажется, так и будет всегда. Но Библия говорит, придет день проверки нашего строительства, нашей духовной жизни, которую мы строим. Иногда родители думают, вот мои дети... Однажды я был на одном собрании, мама встала и говорит, давайте помолимся, поблагодарим Господа. Мои дети так любят Господа, так рвутся в церковь всегда. Просто я так рада, что они вот все, они вот уже все с Господом. Все, аллилуйя. Я после собрания подошел и спросил, я вижу, что мама-то молодая. Я спросил, а сколько детям вашим лет? Она говорит, одному 3 года, другому 4 года. О, в этом возрасте все дети любят пойти в воскресную школу, друзей, аллилуйя. Но вот когда им там 16, 18, 20, вот тогда уже будет более понятно, что произошло. Так вот, оказывается, результат воспитания детей прослеживается не в детях, а во внуках. Вы понимаете? То есть, если у вас дети, которых вы воспитываете в наставлении Господнем, это хорошо. Но то, что они продолжают веровать в Иисуса Христа, когда им уже в 25 и 30 лет, это потому, что их дедушка и бабушка что-то сделали. Мы должны дать такой потенциал нашим детям, чтобы вот нашего примера, нашей любви, нашей заботы, нашего строительства Дома Божьего, чтобы они смогли своим детям передать. Вот тогда будет виден результат во втором поколении. Третье поколение. Да, третье поколение получается. Так вот, я бы хотел сегодня коротко, но вспомнить царя Давида. Давайте откроем Второе Царство, 7 главу. Слушайте, тут 5 минут осталось. Может, мы немножко еще? Как вы, братья и сестры, а? Да? Немножко еще. Да? Сейчас, ну, смотреть надо все равно, иначе мы тут это... Ну, хорошо. Второе Царство, 7 главу. Давайте откроем. 1-2 стих. И здесь написано, когда царь жил в доме своем, о Давиде идет речь, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану, вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром, в палатке. И Давид говорит свое желание построить Богу дом. И Нафан сразу же, вот как сегодня брат проповедовал, сразу же по-человечески, логически говорит, строй, строй, хорошая идея, надо построить дом Богу.
Но потом пророк уходит домой, и Бог говорит ему: вернись и скажи, что Давид не построит дом. Сын его построит. Но Богу понравилась идея Давида построить Богу дом. Вот кедр, он и сегодня еще такой, ну, благородный материал строительный, да? То есть, если там у кого-то кедром что-то отделано, он говорит: о, у него кедром все там отделано. У Давида весь дом был построен из кедра. Причем это не был какой-то дуплекс, это был дворец, и весь из кедра. И Давид говорит: я вот сижу в этом дворце, в этом доме кедровом, а Божий дом в палатке. Хочу построить дом Богу. И проходит время, и Бог говорит через пророка о том, что Богу понравилась эта идея. Смотрите, если мы читаем дальше, с 11 стиха. «С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, я успокою тебя от всех врагов твоих. И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом». Давид говорит: Господь, я хочу тебе дом построить. А Бог говорит: замечательно, а я твой дом построю. Дальше. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чрева твоих, и упрочу царство твое». То есть твои потомки будут жить в благословении. «Он построит дом имени моему, и я утвержду престол царства его навеки». И дальше, в 16 стихе. «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». То есть, всегда. Смотрите, вот главная мысль. Бог говорит: если ты мне построишь дом, я построю твой дом. То есть, твои дети, твои потомки, они всегда будут царствовать, они всегда будут на престоле. Дальше. Мы должны запомнить одну очень главную мысль. Если мы принимаем решение строить не только свой дом, не только думать о том, как у нас все, что было лучше и лучше, но будем думать о Доме Божьем, а сегодня мы можем сказать: Дом Божий – это церковь вселенская, это церковь поместная. Мы все находимся в поместной церкви. Но когда мы благословляем другие церкви, когда мы благословляем миссионерскую работу, когда мы посылаем наших братьев, сестер, людей, миссионеров, когда мы посылаем финансы, когда мы молимся за все это, мы строим дом вселенский, Божий дом. В любом случае, и в том, и в другом случае, это очень важно. Когда люди приходят и говорят: а почему в нашей церкви что-то вот, давайте улучшим, почему вот это так, давайте сделаем еще лучше. Когда я приехал сегодня, а 2 года у вас не был, я увидел большие перемены. Вы их не замечаете наверняка, но я их четко сразу увидел. Во-первых, по-другому поет хор и группа. У вас молитва, молятся много людей. У вас всегда молятся люди, но тут прямо как-то более так дружно. Видно, что порядок. Там сидит сестра, которая принимает финансы. Ребята молодые там вообще просто, я сфотографировал даже, как профессора сидят за этими компьютерами, там у вас центр управления всем. Да. То есть каждый на своем месте. Это говорит о том, что вы любите свой дом, дом Божий. Вы не просто приходите сюда и побыстрее уйти. Но Бог говорит, что если мы будем любить дом Божий, Бог будет устраивать или строить наш дом. И если мы смотрим дальше, если мы смотрим дальше по истории жизни Давида и дальше вот в книге Царств, да, то здесь очень много говорится о том, как раз, где Бог упоминает. Я не буду сейчас зачитывать эти места, там через 53 года Иеровоаму Бог сказал: одно колено останется за ним ради раба моего Давида. Давид так угодил Богу, был по сердцу, сказал, что я дом построю, все, Бог говорит, ради Давида это будет так. Ради Давида. Дальше там проходит время, уже 300 лет прошло, ассириане напали, и Бог говорит: ради Давида, раба моего, я не допущу, чтобы они победили. 185 тысяч ассириан погибло там. Почему? Потому что когда-то, 300 лет назад, один человек сказал: Бог, я хочу строить тебе дом. Бог говорит: все, а я буду твой дом строить. Подумайте над этим. У кого здесь есть дети, внуки и правнуки? Поднимите руку, пожалуйста, просто поднимите, я хочу просто увидеть. 80%. А те молодые, которых еще нету внуков,
Может, дети еще маленькие или еще нет детей. Тоже подумайте. Мы должны думать о наших потомках, о наших детях, о тех, кто будут после нас. Родители закладывают основу как благословение или же наоборот. Поэтому пусть Бог даст нам, каждому из вас, просто поверить в то, что Библия очень много говорит о домах. Библия говорит о доме Иосифа, Библия говорит о доме Давида, даже о доме фараона говорит. То есть под домом в Библии имеется в виду жизнь, семьи, общение. Вот почему Слово Божие говорит, спасешься ты и весь твой дом. А в то время, во времена Иисуса Христа, в доме считались не только родственники прямые, то есть там папа, мама, дети, внуки, но также и те слуги, которые были там, они тоже считались домочадцами этого дома. Там были люди, которые нанятые были, они тоже были в этом доме. Иногда этот дом состоял из 100 человек. И он говорит, спасешься ты, и когда ты спасешься, твой весь дом, все эти люди, они тоже будут спасены. Вот наша цель, вот наше стремление, чтобы нам увидеть это. Поэтому Иисус Навин говорит, я не знаю, как насчет вас, но я и мой дом, мы будем служить Господу. А когда мы читаем пророка Агея в первой главе, там другие слова Бог говорит. Так сказал Господь Саваоф, народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Понимаете, когда мы говорим о доме, мы говорим о нашей семье, о наших родных, которые воспитываются в том, что «О, мы идем в церковь, если в Дом Божий – самое лучшее». Если приносим пожертвы, не мятые какие-то там, вот где-то достал вот так вот, а постарайся принести, чтобы эти были красивые эти купюры, если это кеш, да? То есть мы стараемся, почему? Это Дом Божий. Мы хотим, чтобы здесь было красиво. Почему? Это мое сердце, это мое вложение. Если мы знаем, кому-то нужна какая-то помощь, мы должны сделать это. Почему? Потому что это тоже Дом Божий. Это очень важно, потому что от этого будет зависеть наше дальнейшее будущее. Как ценно, когда муж и жена могут сказать, мы и наши дети, мы будем служить Господу. Мы покажем, как служить Господу. Мы будем примером. Сегодня есть очень много негативных примеров, к сожалению. Мы слышим то там, то здесь. Люди в отчаянии. Я приезжаю в Россию, когда мне однажды мы собрались там с братьями, были служители, лидеры, помощники, и они стали расспрашивать, это было вот в это лето, они стали спрашивать, Василий, расскажи, как вам удалось, вот, что ваши дети в служении, смотрим, что они едут в Мексику, на Кубу, в Россию, куда вы едете, везде они вас сопровождают, оба музыканты проповедуют, фото, видео, вот это все, что вы смотрели, это мои делали, парни. Как вам удалось? Ведь у многих, наоборот, дети как-то потерялись где-то и так далее. Я вначале подумал, они мне льстят просто, хотят, чтобы вот как-то это. А потом один брат подошел и говорит, ты знаешь, мы здесь разочаровались уже во многих. Тут много служителей есть, которые просто потеряли. Они построили свою карьеру, они их все знают, но дети их потеряны. Это страшно. Это страшно. И я просто сказал, вы знаете, когда мы поженились, это было интересно. Моя жена покаялась у меня в доме. Ей было 17 лет. Я не нашел ее на дискотеке. Я не нашел ее в каком-то маникюрном кабинете с длинными ногтями. Посмотрите, как вам мои ногти. Я не нашел ее где-то в спа-салоне там, или еще где-то, куда вот все обычно вот все хотят. Там. Я нашел ее в доме, она покаялась у меня. Я воспитывал ее, я учил ее, а потом женился на ней. Аллилуйя. Она была моим секретарем миссии в России. И поэтому мы знали, на что мы идем, мы знали, что мы будем делать, мы знали, что мы потом проживем много лет в России, мы знали, чего это будет стоить, но мне нравится это делать, моим детям нравится это делать. И поэтому мы должны быть подготовлены к этому. Если здесь есть молодые люди, которые собираются жениться, или кто еще не замужем, я вам скажу 4 главные пункта, которые вы четко должны знать. Это очень важно. Да. И тогда вы будете правильно строить дом Богу, а не просто свой дом. Украшать, машины менять и так далее. Это все хорошо на своем месте. Но Бог говорит, время строить дом Богу, чтобы потом ваши дети были благословенны. Первый пункт. Ваш избранник должен быть рожден свыше, 100%. Думать, что потом, когда мы женимся, он будет рожден свыше, это неправильно. Полная ошибка.
Первое. Второе. Он должен быть исполнен Духа Святого. То есть человек четко должен понимать, кто такой Дух Святой, его роль в его жизни, он должен быть крещен Духом Святым. Это второе. Третье. Ваш избранник должен верить в Марка 16. Там написано, идите проповедуйте и возлагайте руки на больных, они будут здоровы, и всех уверующих будут сопровождать знамения. То есть мы верим, что это было не в прошлые века, это сегодня. И Иисус будет это делать. И четвертое, любить своего пастора. Любить пастора, любить свою церковь. Если молодой человек или девушка, говорят свои плохие слухи распространяют про пастора, про свою церковь, это бунтарь. Он и в жизни потом будет бунтовать постоянно. Четыре простых пункта. Пусть Бог поможет нам это помнить. Почему? Потому что от этого будет зависеть, будет спасен наш дом или нет. У нас есть в семье правило, мы называем это правило семьи скорых. Каждое воскресенье мы должны быть в собрании. Это железно. Если даже мы едем в отпуск, мы смотрим, какую церковь мы там будем, где ближайшая, и в воскресенье утром мы на богослужении. А потом уже все остальное. Принципиально. Так когда-то научили меня родители, я своих детей учу, они четко знают. В воскресенье мы не можем быть дороги. Если мы стараемся что-то сделать, то так, чтобы ты в воскресенье утром все-таки уже был на месте, или уезжай после воскресного собрания. Но в воскресенье ты должен быть в Доме Божьем. Почему? Мы строим Дом Божий своим участием. Молитвами, пением, пожертвованием, служением друг другу. Мы строим Дом Божий. Мы что-то пытаемся сделать для того, чтобы что-то изменилось в нашей жизни. И таким образом это изменит всех остальных. Очень часто люди приходят и говорят, это одна большая проблема. Вы знаете, в церкви несовершенство. Люди такие несовершенные. Тот меня обидел, этот обидел. Один пастор рассказывал, говорит, пришла сестра одна в церковь и говорит, но она говорит, когда только зашла, я сразу посмотрел, мне показалось, что у нее нос вот так вверх задран. Настолько она высоко его держала. Я подумал, это опасно, когда нос кверху, да? Дождь будет идти, можно задохнуться даже. Она зашла и спрашивает у пастора. Пастор, я рассматриваю вашу церковь как перспективу присоединиться к ней. Но у меня есть вопрос. Ваша церковь совершенная? И мой друг говорит, я так сразу задумался, как это так прямо вот смелый такой вопрос, совершенно, несовершенно. И я тогда и сказал, вы знаете, пока вы сюда не пришли, она была совершенная. Почему? Потому что здесь нет совершенных людей, все несовершенны. Мы все несовершенны, нет совершенных проповедников, нет пасторов совершенных, нет церквей, нет семей, нет совершенных, Иисус совершенный. Но мы все стремимся к совершенству и помогаем друг другу. Поэтому, когда вопрос встает о том, что сегодня на интернете столько проповедей, можно там помолиться, с Богом поговорить, проповедь посмотреть, зачем идти в церковь? Я вам скажу, невозможно с Богом помолиться в воскресенье, когда идет богослужение, ты стоишь просто дома без уважительной причины помолиться. Почему? Потому что в это время Бог в церкви. Вот здесь надо молиться. И таким образом, когда мы начинаем понимать важность церкви. Вы знаете, я вырос, я родился в церкви. Ну, не буквально в церкви родился, но когда был маленький, я уже был в церкви. И с тех пор я вот не выхожу из церкви. Сейчас я детей своих не могу найти, они все время в церкви. Я приезжаю из поездки, жена меня встречает в аэропорте. Я говорю, где парни? Он говорит, один на спевке, другой поехал, там у них домашняя группа сейчас проходит. Я их не могу найти. Я даже где-то ревную за это. Я приезжаю домой, и моих детей нету дома. А Бог говорит, ты причина этому. Слава Богу. За такую причину нормально. Поэтому я бы очень хотел, чтобы Бог дал нам вот это пережить, понимание того, что мы будем известны в последующих поколениях не за то, что мы сделали сами для себя, для своего дома, а что мы сделали для Дома Божьего. Богу это нравится. И он это не говорит о том, что я слышал такое мнение, что строй Дом Божий, пропадай все время в церкви, за детей забудь, где они там, ни день рождения их не вспомнишь, ни где они там, а Бог как-то их там сам спасет. Нет, это неправильно, естественно, это перекос. Это перекос. Дети должны идти вместе, но они должны видеть, как родители трудятся, и дети идут вместе с ними. И дети идут вместе с ними.
они должны участвовать. Я, когда езжу со своими младшими сыновьями, одному 8 лет, другому 15, мы приезжаем, вот то, что я там раскладывал информацию, это они все там делают, рассказывают по-русски, по-английски, вам все расскажут, на каком хотите языке, о том, чем мы занимаемся. Почему? Мы строим Дом Божий. Поэтому я бы очень хотел вместе с вами сейчас помолиться. Помолиться о том, чтобы Господь каждому из нас вот дал вот это откровение. Мы здесь, на этой земле, не приходить в церковь, как, знаете, как хобби какое-то, у нас такое очередное развлечение, в воскресенье быть в церкви. Но мы приходим сюда, чтобы услышать, что Бог хочет нам сказать, что Он хочет нам показать, куда направить наш взгляд, что-то заметить. Вот я знаю, например, в Европе есть 5 женщин, они сейчас уже в возрасте. Когда они были моложе, они не строители, но они построили 25 зданий церковных. 5 женщин. Просто договорились, сказали, что мы можем сделать. И их объединила идея. Давайте будем строить молитвенные дома для церквей. Они находили контракторов, они находили людей, которые будут финансировать. Они все это дело собирали, оформляли документы и строили молитвенные дома. Построили 25 молитвенных домов. Сейчас им уже по 80 лет. Они молятся за те церкви и продолжают строить Дом Богу. Поэтому, когда придет Иисус, мы должны будем посмотреть Ему в глаза. Я не так давно был на операции. Мне делали операцию, была несколько часов длилась. И, конечно, перед операцией я тоже задумался над этим вопросом. Ну, а вдруг что-то вот анестезиолог поставит не такую дозу, и я просто не проснусь. И первый вопрос, который у меня встал, вот когда, если я вот вдруг сегодня открою глаза, и передо мной Бог, что я ему скажу? Что я успел сделать вообще на земле? Я хоть строил его дом или не строил? Это очень важный вопрос. И над ним стоит задумываться в беге нашей жизни. Хоть немножко, хоть где-то. Но я прилагаю свои старания, и мои дети видят. Они получат благословение. И потомки мои будут, и правнуки будут благословены, все будут благословены. Почему? Потому что прадедушка или прабабушка или бабушка строили Дом Богу, а ему это нравится. Давайте помолимся. Братья и сестры, вы пока присядьте. Сейчас минуточку еще потерпите. В 20-х годах прошлого столетия на Украине действовала так называемая армия спасения. И у каждого члена этой организации было на доме, и в доме была такая надпись: «Этот дом принадлежит Христу». И представляете, если там были истинные христиане, то, наверное, все было по-христиански. А если там только было по названию, то приходилось, наверное, просто или закрывать эту надпись, или снимать ее. Поэтому, друзья, мы получили очень хорошую пищу. Стоит после прожевывать все это, как чистое животное, для того, чтобы взять пользу. Брат Вася, дорогие друзья, он известный нам миссионер, он давний наш друг, и мы так периодически получаем отчеты от их духовного труда. И поэтому, дорогие друзья, апостол Павел в свое время, он сказал такие слова, что надо почитать таких людей. Каких людей? Трудящихся и содействующих. Ну, давайте подумаем, что такое содействующий? Он может поехать на Кубу? Он может поехать в Африку? Нет. Что такое трудящийся? Он может куда-то на Кубу поехать или на Африку, если у него не будет содействующего? Конечно, не поедет. Поэтому все это, дорогие друзья, и содействующий, и трудящийся, они работают в унисон, в одно, и все это приходит только к духовному росту церквей, к духовному совершенству, дорогие друзья, и к славе Божьей. Поэтому
Я думаю, что мы тоже, прослушавшие в некоторой мере, я не думаю, что он сказал нам все. Вот, обрисовал весь фон своей духовной работы. Но то, что мы услышали, оно должно вдохновить нас быть содействующими. Содействующими, чтобы брат Вася и только и его сотрудники, его семья тоже, дорогие друзья, они смогли трудиться. Они смогли трудиться. Один сеет, другой жнет, а все радуются, радуются тому плоду, который все это воспроизводится. Давайте, дорогие мои друзья, мы послужим помощью для наших друзей в лице брата Васи. Сейчас, ну я пока сейчас еще минутку я скажу объявление. Это, значит, мы немножко упустили за среду, получилось так непонятно. Значит, среда остается как есть. Хор, вот, и разбор слова будет, все. Потому что мы думали, что на этой неделе, а оно оказывается на той. Вот, поэтому среда остается, ну, а все остальное по расписанию. Сегодня, правда, я не знаю, у нас нет представителей молодежи. Ни Олега, ни Стаса. Вот. Как молодежь? Никто ничего не знает, никто нигде не собирается, да? Кстати, это крайне нехорошо. Крайне нехорошо со стороны руководителей оставлять. А в отношении женского? Если их нету, нам никому открывать. Их нету, они не могут. Ну, открывать-то мы можем открыть, если вы пожелаете только. Лучше пусть не будет, да? Ну, значит, друзья, тогда свободны. И женского не будет, и молодежного не будет. Ну, все, наверное, да? Давайте мы, друзья, помолимся сердечно и искренне за тех, которые не только просто трудятся, а рискуют своей жизнью. Вы знаете, что, к примеру, в Камень-Уральском убили миссионера? Убили миссионера. В Европе вот. Убили тоже. Так что это вот такая работа, друзья. Это не значит, что там... Ну, есть такие миссионеры, конечно, как Юнги Чо или Бонке, которые приезжают в какую-то африканскую страну, его президент встречает там. Ну, их редко такие. На мотоциклах сопровождают ее все, а другие, как вот Ливингстон, пробирался сам с Евангелием только в руке, продирался через тайгу, через, извините, джунгли для того, чтобы найти какое-то дикое племя и благовествовать им Христа. Это уже другое. Встанем на наши ноги, помолимся за служение брата Васи. Назад.